Доброго времени суток. Давайте с вами спросим у карт, что о вас говорят со спиной и кто. Подумайте о себе и давайте посмотрим, что о вас говорят за вашей спиной, да, втихаря. Есть же такие люди, что о вас говорят. Подумайте о себе и давайте посмотрим, выйдут ли такие люди. Что о вас говорят? Кто? Да, очень резкие высказывания могут быть в вашу сторону. Кто-то может быть не, кто-то может не одобрять, какая вы, либо чем вы занимаетесь. Высказывания есть в вашу сторону и довольно-таки очень много народу может говорить. Причем так из уста в уста. Разговоры могут быть. Тут, пожалуйста, вам вышел и рыцарь мечей, резкий человек. Человек, который за словом в карман не полезет. Любит собирать сплетни. Человек такой, мимо пробегающий. Здесь есть еще и дама мечей, да? Тоже довольно холодная женщина, которая такая сама себе на уме, умница, да? Которая тоже может держать, так сказать, за пазухой свой нож, можно сказать. Про возраст могу сразу сказать, что рыцарь мечей может быть человек, который младше вас, но это не факт. Это может быть и мозгами не созревшая личность мужская. Женщина также может быть средних лет. В принципе, я не привязываю никогда возраст к картам, к мастям и так далее. Сам по себе человек жесткий, женщина жесткая. У нее какие-то свои правила, своя правда. Она ориентируется только на нее. Поэтому она может осуждать все. Ее, так сказать, чувственная сфера временно заблокирована. Ей уже самой, скорее всего, поэтому она может осуждать все от ваших интимных каких-то там, если она что-то знает, например, либо сама себе нарисовала, да, до работы, дела, чем вы занимаетесь, короче, в любую сферу вашей жизни. Давайте посмотрим, что же все-таки люди говорят. Давайте посмотрим, вот что говорит рыцарь мечей, да, что ему не нравится, так сказать, вас, может быть, и нравится. Что говорит? Так. Говорит, что вы темная лошадка, темная личность. Может быть, вы чем-то занимаетесь таким, да, что скрыто. Но опять же, человек говорит о том, что вы зажиточная, у вас есть сбережения, денежная дама. Денежная женщина, да? Талисманчик такой. Говорит, что вы для него как привычка, и что от вас человек никак не может, да, отстраниться. Это может быть, девочки, ваш бывший. Не может он от вас совсем отлипнуть. Вы вошли в привычку. Он может вас либо где-то просматривать, наблюдать, вспоминать и так далее, да? Что еще говорит мужчина? Человек думает, что вы что-то с ним сделали. Человек думает, что вы на него что-то навели. Все свои несчастья, напасти какие-то, он их склонен приписывать вам. Что во всех его несчастьях в жизни виноваты вы. Это, знаете, типа он так считает, он так увидел внезапно, что вы могли быть к этому причастны, да? И сейчас у него некая безысходность в жизни, в которой он винит вас. Что еще говорит этот рыцарь? Что вы для него были как запретный плод. Вы были тайной женщиной, это точно. Он вас никому не показывал, не акцентировал абсолютно.
это была тайна, можно сказать. Либо он, может быть, и посвящал вас своему узкому кругу людей, да, но на показ никогда вы не были. Вы были тайной женщиной. Может быть, не только тайной, да, может быть, тут еще просто женщина была, с которой почему-то он не видел дальше продолжения, да, мог скрывать. Вот, говорит, что еще говорит о том, что вы стали выставлять какие-то правила, которые для него были неприемлемы. И человек вышел. Да, вышел. Но человек от вас отлипнуть не может, во всех бедах винит вас. Давайте посмотрим, что говорит женщина. Дама мечей. Что она говорит про вас? Она льет очень много слез. Какое-то было противостояние с ней, какие-то манипуляции. Тут могли бы манипуляции быть взаимные, либо она такая дама, да, либо взаимные были манипуляции, вы пытались воспользоваться друг другом. Вы принесли много слез этому человеку, она из-за вас, да, в каких-то расстройствах, в каких-то, может быть, потерях и так далее. Здесь может быть все, знаете, как война белого с черным, я не знаю, там отвоевывание какой-то правды. Что еще говорит о вас дама? Этой девочке может быть связано с работой, рабочие моменты, потому что здесь все-таки показана карьера, карьерная лестница по работе. Эта женщина может быть. Когда-то кто-то кому-то из вас помог, либо она вам, либо вы ей, и за это теперь расплачиваются горькими слезами, да? Что еще говорит дама? Говорит, что вы ведьма, говорит, что вы не бываете искренняя. Она считает, что вы одеваете маски, что вы не та, за кого себя выдаёте, и что вами правит гордыня. Она считает, что вы тоже такое подобие своеобразного зла. Ехидно, можно сказать, вот так вот она считает вас. Тоже может считать по этим картам, что вы, как сказать, переносчик бед. И последнее давайте спросим. Вообще давайте спросим, каково мнение окружающих, да? Не затрагивая этих людей, мы уже поняли, что они вас думают. Как вообще окружающие реагируют на вас? Женщина, которая в пути. Женщина, которая говорит много. Она может вещать, да, откуда-то, либо профессия, специальность, да, связана с тем, может быть, много разъездов, переездов, путешествий, да, где-то что-то вы говорите, с кем-то общаетесь. Так вас видят люди. Вообще, а для людей вы яркая личность, яркая, которая привлекает к себе внимание. Вы пользуетесь доверием, на этом расклад нам закрыли. Люди видят вас как человека, которому можно доверять. Если вы появляетесь на публике, да, то завоевываете сердца. Здесь мы увидели только двух людей, которые недоброжелатели к вам. Остальные люди, да, прекрасно к вам относятся, считают вас целеустремленным человеком, человеком, который приносит радость, на которого приятно смотреть, да, и с которым приятно общаться. Ну вот как-то так.